В медицинском центре «Семейный доктор» ведется запись на 25 мая к сосудистому хирургу Михайлову Дмитрию Витальевичу, врач высшей категории «Кардиоцентр», к офтальмологу Панченко Павлу Николаевичу, врач высшей категории «Коми-Республиканская больница». Запись по телефонам 3-12-70 и 8-912-567-61-21, адрес Печорский проспект, 57. Продадут две комнаты в общежитии по адресу улица Социалистическая, 58. Цена 350 тысяч рублей. Возможен торг. Можно под материнский капитал. Подробности по телефону 8-912-159-91-22. 1 июня в городском объединении «Досуг» состоится праздник детства. Вас ждут увлекательные развлечения. В 13 часов мастер-класс «Домик гнома» от изо-студии Карандашкина. Мастер-класс «Летающий мир». Фотозона «Сладкоежка» от студии декора Светланы Малышевой. Тесла-шоу и химическое шоу от детской игровой комнаты «Умка». Аквагрим для детей. Выставка-конкурс «Волшебный ключик». Показ детских рисунков «Ура, каникулы». В 14 часов театрализованное представление «Ключи от детства» с участием лучших детских коллективов города. Цена билета 300 рублей. Акция «Купи билет» второй в подарок. Каждому ребенку сладкий приз. Телефон кассы 727-85. Фирма «Муравей». Грузоперевозки по городу и району. «Газель» от 350 рублей за час. «Ишкаблучок» от 250 рублей за час. Телефоны 8-912-954-21-71. 4-21-71. МКО «Меридиан» приглашает 25 мая в 17 часов на отчетный концерт коллективов Владимира Кузнецова. С ритмом в сердце, с мелодией в душе. Справки по телефону 7-76-96. Возрастная категория 6+. 26 мая в 14 часов городское объединение «Досуг» приглашает на театрализованное представление образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Созвездие». Цена билета 150 рублей. Справки по телефону 727-85. Категория 6+. Вниманию руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. В целях ведения оперативного учета и анализа экономических и социальных показателей состояния потребительского рынка на основании постановления администрации муниципального района Печора индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющим деятельность на территории городского поселения Печора, необходимо уведомлять администрацию муниципального района Печора о начале осуществления деятельности в сфере торговли, бытового обслуживания и общественного питания с указанием вида и формы деятельности, типа торгового объекта, адреса нахождения, порядка и условий осуществления деятельности, изменения режима работы, закрытие объекта, прекращение деятельности. Информацию необходимо предоставлять в сектор потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации муниципального района Печора по адресу улица Ленинградская, 15, кабинет 107, в рабочие дни. Телефон 7-44-44, добавочный 10-30. Администрация муниципального района Печора информирует, в рамках реализации муниципальной программы развития экономики муниципального района Печора начат прием заявок на финансовую поддержку субъектов малого бизнеса. Свои заявки индивидуальные предприниматели, главы КФХ имеют право подать в течение финансового года. Решение о софинансировании, возмещении части затрат принимается комиссией в рамках предусмотренных порядков, утвержденных постановлением администрации муниципального района Печора. Консультативную помощь всегда можно получить в секторе потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономики и инвестиций администрации муниципального района Печора по адресу улица Ленинградская, 15, кабинет 107, телефон 7-44-44, добавочный 10-30. С муниципальной программой развития экономики муниципального района Печора можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района Печора www.pechoraonline.ru в специальной вкладке «Предпринимательство». Вниманию руководителей организаций предприятий, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии железнодорожной части города. С 27 по 30 мая ТСК будет проводить испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В случае обнаружения неисправности систем теплоснабжения просят обращаться по телефону 22 888. Оперативная диспетчерская служба АО ТСК. 27 мая ЦТП «Восточный», ЦТП МК 53, ЦТП 2854. 14. 28 мая ЦТП 16-17-24. 29 мая ЦТП 27 «Энергетик». 30 мая ЦТП 6-15.
Уважаемые абоненты кабельного телевидения «Волна», при оплате за услуги телевидения «Волна» через приложение «Сбербанк Онлайн» в мобильном телефоне просим указывать фамилию, имя, отчество и адрес, по которому производится оплата, в строке назначения платежа. При отсутствии данных ваш платеж будет учитываться на отдельном счете до момента уточнения вами назначения платежа путем обращения в пункты отдела продаж с оригиналами платежного документа по адресам: улица Николая Островского, 74, и улица Ленина, 16. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.